И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы. Мы продолжаем смотреть аниме «Город, в котором меня нет». По счету у нас идет 9-я серия. Собственно, пока что предположений о том, кто убийца, нет. За исключением того, что это учитель, ну потому что он максимально ёбнутый неадекват. Поэтому есть такое предположение. Вот. Прошлая серия у нас была довольно милая. Хиназуки наконец-то узнала, что такое, когда ты живешь в нормальной семье, когда у тебя именно нормальные, хорошие отношения, допустим, там с матерью. То есть, что такое именно, когда у матери с ребенком хорошие отношения. Что такое, когда мать заботится о своем ребенке. Вот, собственно, она переночевала дома у Сатору. И утром вернулась, вернее не утром, подождите, что-то я забыл, либо утром или вечером вернулась к своей матери, вот что-то вот этот момент я не помню, но она вернулась к себе домой, мать открыла двери, хотела ее ударить, но появилась мать Сатору и сам Сатору, получается, рядом с Хиназуки, и они этого сделать ей не дадут. Так что будем приступать к просмотру и смотреть, что будет дальше. Но перед этим не забывайте, как обычно, подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии, если вам нравятся мои реакции. Ну и если вы хотите смотреть это аниме и другие, которые выходят у меня на канале на несколько серий вперед, без закрытия экрана, заглушения звука, вырезов, вставок, то в таком случае подписывайтесь на Boosty. Подписочка стоит 100 рублей, а ссылочка находится в описании под роликом. От себя же желаю всем приятного просмотра и поехали смотреть. Хиназуки Кайо. Ну да, вечером это произошло. Но вот, собственно, это он то, на чем закончилась прошлая серия. Мама. Мама. Кайо! Ты где шлялась все это время? Ах ты! И вы здесь! Так это ваших рук дело! Угу. Вы охренели прятать чужую дочь? Я же волновалась за нее. Да, 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 я да. Подам на вас в суд. Некого было бить, да? А вы вообще искали свою дочь все это время? Что? Ты дуру из меня делаешь? Ах ты тварь! Сдохни! Попала, нихуя себе ты. Убери руки! Волновались за дочь? Вы беспокоились только о самой себе. Заткнись! Стрепоранила. Блять, пропиши ей, пожалуйста. Проклятье! Кайо, отцепись! Блять, ну это ж неадекват. Блять, согласитесь, она взяла лопату. Просто шуфлю взяла. И решила этой шуфлей уебать матери Сатору. Это вообще ненормальное, блядь. Я ебу. Как таких свет носит просто-напросто? От меня! Кому сказала? Сейчас получишь! Мисс Хиназуки, хватит. Кайо точно не хотела бы видеть вас такой. Все из-за вас! Выставили меня чудовищем! Да. Какого черта вы похитили чужую дочь? Молчи! Какая мать бросает свою дочь в сарай и бездействует, когда ее трое суток нет дома? Да что ты можешь знать о том, каково быть матерью? Не лезь не в свое дело! Ну вот, это нормально. Убью! Мисс Акими Хиназуки. Мы из городского совета Ишикари. Супер. Отдел присмотра за детьми. Ага. Мы пришли к вам, чтобы обсудить будущее Кайо. Давай. Вы подставили меня. Давай, Дьявол, лопата еще на них замахнись. Вы не хотели с нами говорить, и мы попросили Фудзинуму помочь нам. Кто сказал, что я не хотела? Простите мою бесцеремонность. Да уж. Извините, что впутал вас в это. Все в порядке, учитель Яшира. Мне тоже есть, что ей сказать. Так что я была рада вам помочь. Они преступники! Они украли мою дочь! Вызовите полицию! Нет. Прежде всего, мы должны обсудить с вами дальнейшую судьбу Кайо. О чем вы говорите? Дальнейшую судьбу Кайо? Мы решили, что вашу дочь Кайо необходимо отдать под опеку. Под опеку? Но ведь я ее опекун!
Вы утратили это право из-за бездействия, когда ваша дочь пропала. Постойте! Ты не опекун, ты хуйло. Ага. Почему вы меня выставляете преступницей? Довольно, мисс Хиназаки. Пожалуйста, успокойтесь. И... Хорошо. Я сама пойду в полицию. Они здесь разберутся. Да, иди, иди, ага. Подождите. Остановитесь. Учитель! А ну, шевели ногами! Каю! Иди давай! Акими! Акими! Мама? Прости меня. Мы не общались после того, как я заставила тебя расстаться с тем мужчиной. Но все это время я волновалась за вас, Кайо. Я прекрасно понимаю, каково матери. Растить ребенка одной. Так одиноко. Так тяжело. Я должна была помочь тебе. Ну почему-то же мать Сатору справляется. Но вместо этого... Заявление на развод. Свалила все на тебя одну. Вот, что бы мне сейчас не показывали... Что с ней было что-то подобное, что, насколько я понимаю, по этим кадрам ее муж избивал, да? Пусть тебя, допустим, тоже избивали, и ты была в не лучших условиях. Это не дает тебе права делать то же самое со своей дочерью. Пусть это и твоя дочь, пусть ты ее родила, но права никакого не дает. И это неправильно, если... так относились к тебе, кто бы к тебе так не относился, да, вымещать свою эту злобу и относиться так к кому-то, кто этого не заслуживает. Но ты же, как никто другой, должна понимать, раз тебя, допустим, били, раз ты ощущала эти побои, ты, как никто другой, должна понимать, что чувствует Хиназуки в случае, когда ты избиваешь ее. Ну ты же на своем примере должна понимать и не должна так делать. То есть должна понять ее чувства и не делать так. Я уже много раз говорил, что я вот когда в армию тоже попал, и на протяжении года меня там просто вот так вот, не вынимая, да, последние полгода я не занимался тем же. Многие из моего периода, да не многие, а практически все из моего периода также начинали издеваться над первым периодом, да? Я же этого не делал, но потому что, ну зачем? Я помню, как это было со мной, и я не хочу, чтобы это прочувствовал кто-то другой. Я наоборот старался оградить их от этого. И это вот правильный поступок, адекватный поступок. А то, как ты поступаешь, ну это показывает то, насколько ты слабая. Поэтому мне ее не жалко. Молю, не вините во всем Акими. Ты заставляла ее бить свою дочь? Нет. Мама. Мама. Мне ее не жалко. Вообще ни капельки, просто ни капельки. За то, что она вытворяла. Эти слезы лишь от жалости к себе. Кайо даже не пошевелилась. Даже не взглянула на плачущую мать. Акими, не беспокойся за Кайо. Я присмотрю за ней. Мой ребенок. Мое самое драгоценное. Вот, закрытие. Лучше пускай бабушка возьмет опекунство. Возможно, тебе стоит думать так же. Спасибо, учитель. Да нет, это все благодаря тебе, Сатору. Ну да, хоть раз ты побыл недолбоебом. Героическим усилием закончится трагически. Кайо,
Все будет хорошо. Я едва ли помню своего отца, но мне хотелось, чтобы он сказал так же. Я сейчас вот сижу и понимаю, ребята, что, скорее всего, остальные серии до 12 я не досмотрю. Уже чувствую, что чутка спать хочется. Все-таки время 2:30 ночи. Ну что, поехали? Пусть я и проснулся часам, наверное, к 6 вечера, но... Это город, в котором меня нет. Хиназаки Кайо. Когда я стану старше, когда смогу решать все самостоятельно, я хотела бы уйти далеко. На далекий-далекий остров. На остров, где нет людей. На остров, где нет боли и печали. Спасибо за обед. В следующий раз хочу готовить вместе с вами. Там я смогу забраться на дерево, когда захочу. Купаться в море, когда захочу. Лечь спать, когда захочу. И она о вас не забудет. Когда я думаю о городе, в котором меня нет, мне становится легко. Далеко, далеко отсюда. Наконец-то я спас Кайо. Теперь у нее есть будущее. Ну, сейчас надеюсь, что да. Сейчас она сама решает свою судьбу. Надеюсь, что в этот раз у него все-таки получилось ее спасти. И, собственно, если у него все-таки получилось ее спасти, значит, все. Значит, его мать, по сути, должна быть жива. Ну, когда он вернется в настоящее. Ну, просто что сейчас может с ней произойти? Ну, то есть, он уже никоим образом, то есть, как его перекидывает обратно же в это вот прошлое? Его перекидывает в прошлое, когда он способен что-то изменить. И в случае, если он это изменит, как бы это, само собой, не произойдет чего-то плохого. Сейчас же Кайо забрала ее бабушка и увезла. Куда-то туда, куда не знает Сатору, да, то есть Сатору не знает, куда именно ее увезли. То есть, собственно, он не может никоим образом повлиять на то, что произойдет там. А его, понимаете, о чем я говорю, да, то есть его перебрасывает только в прошлое, только в те случаи, в те моменты, когда он может что-то изменить. В этой же ситуации он уже все сделал, изменить в дальнейшем он ничего не может. То есть Кайо будет жить в каком-то другом месте со своей бабушкой, он их никоим образом не может где-то как-то касаться, и у них он уже ничего изменить не может. А значит, даже если этот убийца там последует за ней, даже если он найдет, где она живет, и у него получится там ее упохитить и убить, но я надеюсь, что этого не будет, но даже если бы, это никоим образом уже не должно отразиться на семье Сатору. То есть, никоим образом не должно отразиться на его матери. То есть, в общем итоге, он справился. И вернувшись в настоящее, мать должна быть жива. Я верю, что теперь ее ждет светлый путь. Я тоже верю. Эпизод 9. Завершение. И название тоже дает об этом знать. Ну, он ведь уставший герой. Спас Хиназуки. Эй, Сатору, все хорошо? Я в норме. По тебе не скажешь. Его можно понять. В смысле, Хиназуки теперь тут нет? Все-таки. Скоро ведь выпускной. Сатору? Выйди на минутку. Я насчет мамы Кайо. Думаю, она не увидит Кайо еще много лет. Хорошо. Теперь Кайо у своей бабушки и может начать новую жизнь. Вот я максимально этому рад. Спасибо вам. Да нет, не стоит. Нет, я не об этом. О том, что вы сказали, героические усилия не закончатся трагически. Эти слова сделали меня счастливым. Вот оно что. Ну, я думал еще сказать, это награда за твой подвиг. Но мне показалось, что это бы звучало немного вульгарно.
Ты ведь просто хотел увидеть улыбку Кайо. Как и я. Кстати, Сатору, все это время Кайо была у тебя дома? Нет, у нас было убежище. Убежище? Мы спрятали ее в старом автобусе хоккейного клуба. Довольно подходящее место для похитителей вроде вас. Ну да. Странная шутка. Кайо спасена. Но теперь убийца нацелится на Хироми и Аю Наканиши. Мне нельзя допустить, чтобы они остались одни. Подожди-ка, это так глобально? То есть ему нужно спасти всех троих для того, чтобы была жива его мать? Если так, то путь еще далеко не закончен. Ой, как не закончен. Если с Хиназуки он как бы нашел общий язык, он начал с ней общаться, он с ней подружился, и она прислушивалась к нему, слушала его, да? И можно было с помощью этого повлиять на происходящее, то есть если бы ты предложил ей где-то куда-то пойти, она, то есть, собственно, не отказывалась. А в случае, если нужно будет спасти их, ну, будет уже проблемнее. Все так же, как с Кайо. Чудо-мальчик, в бой. Хироми мой одноклассник. Но Ая Наканиши ходит в начале. Да-да-да, Хироми, тот, который я думал, типа, что это девочка. Он я думает, слышу, как я сейчас. Я бывает с Юки, но как мне начать с ней разговор? Мы с ней совсем не знакомы. Да-да. Неприятное препятствие. Как подружиться с тем, с кем ты не знаком? Просто подойти и подружиться. Ну да. Будто это... Ты думаешь, будто это так просто? Мысли читает. А я думала, у тебя уже есть Кайо. Но как ты узнала? Мамы все видят насквозь. Да, это девочка. Но она все время одна. Только не надо драматизировать. Нужно просто сконцентрироваться на положительном результате. И все. Хоккейный клуб, 88-й год. Мне надо зайти кое-куда. Кения, Хироми, вы в детский центр? Да. Тогда увидимся позже. Пока. Пока. Четыре часа, около реки, вместе с Юки. 4:15, частная школа Хаманасу. Значит, она заканчивает в 6:30. Я успею проводить Хироми до дома и вернуться. Прежде всего, мне нужно составить график. 6 часов, в детском центре. 6:20, Кения и Хироми уходят. 6:35, продолжение слежки за Аей Наканиши. Расписание Аи Наканиши оказалось простым. Если ее хотят похитить, то этот промежуток после школы – единственная возможность. Сатору! Ты вовремя. Помоги. Я хотел убедиться, что она дойдет до дома, и тут такой облом. Зачем ты столько накупила? Распродажа, я не удержалась. Тяжело. Не жалуйся. От этого только тяжелее. Что так, что эдак тяжело? А? Спасибо вам, учитель. Мама купилась на вывеску. Ничего я не купила. Кстати, учитель, почему вы не женаты? Что это ты вдруг? Сатору, абы кого в жены брать нельзя. А потом это зависит от чувств. Ну, еще... Нет. У меня однажды был печальный опыт, так что теперь я с этим осторожен. Простите. Не волнуйся. Это вовсе неплохой вопрос. Тогда я хочу спросить еще кое о чем. Как подойти к девочке, с которой не знаком? Да, я знаю ее, а она меня нет. Посмотрим. Я осторожный в этом плане, но на твоем месте первым делом завоевал бы ее доверие. Доверие?
Для этого, к минимуму, надо познакомиться. Если ты хорош в спорте или в готовке, что бы это ни было, используй это. И когда она заинтересуется, дело в шляпе. Не удивляйся ты так. Я не очень хорошо в этом понимаю, так что просто рассуждаю логически. Заметно. Заметно. А что это такое? Сатору, не надо! Простите. Это... Сатору, ты все видел. Конфеты? Так как ты все увидел, уже нет смысла прятать. Держи, раз уж сам достал. Ну, я бы мог предположить обратно же, что конфеты, что он этим образом, типа, там детей-то подкупает, там, хочешь конфетку, у меня там еще много конфеток, пошли со мной, я тебе дам конфетку. Но снова же, обратно же, в очередной раз я говорю, что это было бы слишком... Ой, что это было бы слишком очевидно и легко, если бы это был бы учитель. Это должен быть кто-то другой. Ну, я убийца. С тех пор, как я бросил курить, леденцы стали заменять мне сигареты. По правде, я без них даже расслабиться не могу. А он странный. Не, у меня не так было, когда я курить бросал. Ну, был просто момент, когда я бросал курить. Чуть больше, чем на полгода. А можно и мне один? Прошу. Хочешь пососать? Да, я пойду в центр делать домашнее задание. Ладно. Мне просто, хоть когда я бросал курить, мне просто хотелось есть что-нибудь. Есть. Тебе кажется. То есть даже вот расскажу поподробнее, извиняюсь, это не имеет отношения к аниме, но у меня было так, на протяжении где-то вот пары дней вообще ничего не колупало мне мозг, потом начало болеть чисто вот в груди, болело до такой степени, что он, ну, жжет просто грудь, да, и в голову тебе бьет вот эта вот инфа, типа покури, и это пройдет. То есть тебе всего-то нужно покурить, и тогда этого не будет. Ну, у всех ломки по-разному. У кого-то вообще ломки не бывают, у кого-то ломка будет одна, у кого-то другая, у третья, пятая, десятая. У меня была таковая. Вот, именно жжет в груди. И только в случае, если я поем, прям до отвала наемся, вот часа два-три все проходит. Чувствую себя хорошо. Если не хочу есть, нужно заебать себя физически, там, поджиматься, там, не знаю, там, поподтягиваться, физически себя задолбать просто до такой степени, что уже руки не поднимаются. И тоже, в случае этого, отпускало обратно, где-то на 2-3 часа. И это все продолжалось на протяжении чуть более 2 недель. То есть каждый день вот это вот жжение, то есть и постоянно нужно было или физически себя утомлять сильно, либо кушать. Вот, через 2 недели все прошло и отрубило просто-напросто. Я поехал там в блинную, покушал блинчиков, взял себе там 0,5 пивка, вот, посидел, выпил. А знаете, когда вот что-то выпьешь, ты выходишь потом и думаешь, ага, надо покурить. И вот я словил на той мысли, что я поел блинчиков, выпил пиво, вышел, сел, получается, в маршрутку, доехал домой. Ну, прошло, то есть, где-то минут, наверное, так вот 30-35 с тех пор, как я вышел, получается, с блинной. И только уже подходя домой, я словился на мысли, что, блин, а мне не хотелось покурить, когда я вышел с блинной. И я такой, бля, охуенно. И все, и с тех пор просто-напросто как отрубило, то есть, ну, мне не хотелось. Потом снова начал, но в этом виноваты уже, в принципе, знакомые, которые постоянно подначивали, типа, давай, и начал снова. Но, в общем, получается, бросить не так-то и сложно. С учетом того, что я курил-то на протяжении 10 лет почти. Прости, Хироми, я догоню. Ладно. Сатору, честно, о чем ты думаешь? Я видел твое желание помочь Хиназуке, и в итоге ты спас ее. Но смотря на тебя, у меня чувство, будто сейчас все еще что-то не так. Так оно и есть. Сатору, что с тобой происходит? Я не могу объяснить. Это трудно. Тогда раздели трудности с другом. Я тоже хочу быть супергероем. Если это второй акт, я с тобой.
Кенья, что ты думаешь об этих следах? Это взрослый. Пришел и ушел. Мне кажется, или... Он обернул обувь тканью. Чтобы не поскользнуться. Или не хотел светить след от подошвы. Он все отсюда забрал. И коробки с углем тоже нет. Здесь было много мелких коробок. От них остались одни клочки. Ему нужно было лишь их содержимое. Сатору, к чему ты клонишь? Когда Кайо ночевала здесь одна, помнишь, она говорила, что кто-то сюда приходил? Да. Тогда он принес сюда какие-то странные вещи. Я думаю, это был убийца, что охотится за детьми в нашем городе. Сатору, с чего ты это взял? Просто знаю. В это сложно поверить, да? Но откуда ты это узнал, Сатору? Я не могу сейчас это объяснить. Но когда увидел те вещи, я отчетливо осознал, что это инструменты серийного убийцы. Да, в его нынешней ситуации сложно было бы объяснить, почему он так решил, но потому что он сопоставил факты того, что он знает, именно вот фотографии того, как произошло то либо иное, допустим, там убийство и похищение, да, отпечатки вот этих вот ботинок, там веревка, это вот распылитель, маска. Он все это знал, и про наличие всего этого он знал, и поэтому как бы там сложил 2 плюс 2, и у него получился вывод. Но объяснить это своим друзьям, понятное дело, будет сложнее. Хотя, в принципе, и друзьям-то догадаться, маска, типа веревка, сменные ботинки, ну, то есть тоже подводит на мысль, что это все нужно не для добрых деяний. Понимаю, это, наверное, звучит для вас безумно, но я верю в это. Теперь я могу сказать, что тогда с Кайо я хотел не только уберечь ее от нападок матери, но и защитить от этого убийцы. Сатору, ты случаем не собираешься стать писателем или детективом? Ладно, можешь не отвечать на этот вопрос. Я верю тебе, Сатору. Вообще-то, я могу и сам за себя постоять. Я все-таки мужчина. Знаю. Мне просто с тобой по пути. Сатору! Чего? Я тоже тебе верю. Я сделаю все, что смогу. Положись на меня. Конечно. Пока. Пока. Увидимся. До завтра. Сатору, если честно, я на 99% уверен, что твоя теория полный абсурд. Но 1% говорит мне, что это, возможно, не так. Да. Со стороны, наверное, кажется, будто я затеял игру в детектива. Я не возражаю. Даже если это всего лишь игра, у меня сильное предчувствие, что все это к чему-то в конце концов приведет. Ты доверяешь мне настолько, что рассказал это. Поэтому я тоже верю тебе. Я верю тебе. Ради себя самой. И надеюсь, что когда-нибудь кто-то поверит и мне. Спасибо, Кенни. Спасибо, Хироми. Ну вот, ну Хироми будет не проблема спасти. Я мог спасти ее. Хироми спасти будет не проблема. 18 лет назад. Я не пройду по этому пути снова. Больше никого не оставлю. Я спасу их всех. Хорошо. Блин, я уже думал, что конец. Уже подготовился к тому, типа, что конец серии. Ладно, хорошо. Я хочу, чтобы вы пошли со мной. Познакомиться, типа, с ней? Пойдем в убежище. Прости, сегодня никак. Ладно, увидимся. Пока. Пока. До завтра. Что это они замышляют?
Подозрительно. Устроим слежку? Ага. За мной! Да! Переведено и озвучено. Странное окончание, ну ладно. В общем-то, да. Серия хороша чем? То, что с Хиназуки наконец-то справились. У Хиназуки все хорошо, мать пошла нахуй. Она остается жить с бабушкой. Все прекрасно, замечательно. Больше ее никто не похитит, никто не убьет. У нее все хорошо, будет жизнь, все отлично. Осталось спасти двух. С одним проблем не будет, так как это друг. С другой проблемы какие-то будут. Поначалу, если, конечно, и тем более в дальнейшем, если не получится с ней познакомиться и влиться к ней в доверие. Но я надеюсь, что у него все это получится. Вот, то есть треть пути пройдена. Треть пути пройдена, и на треть пути мы потратили 9 серий. Осталось 10, 11, 12, поэтому... Остальные 60 плюс процентов пути нужно пройти куда быстрее, нежели первые 30. Вот. Но надеюсь, что все получится. И надеюсь, что все-таки до конца до 12 серии или конца 12 серии, я не знаю, когда там конкретно покажут, кто убийца. Надеюсь, что у меня получится это увидеть еще раньше и опознать, кто это все-таки, кто это все-таки на самом деле. Вот, кем он является. Вот, так что серия хорошая. Рад за Хиназуки. Очень рад. Вот, ну и буду на этом, наверное, заканчивать. Так что надеюсь, что вам, ребята, понравилась эта реакция. И увидимся уже совсем скоро в новых реакциях на это аниме и на другие. Всем пока-пока.